Знаете, я ненавижу разговоры о морали и нравственности, потому что, наверное, моральные вещи, они у каждого человека свои, а нравственные законы мы давно переняли из, так сказать, из христианской веры, перенесли в обычный секулярный закон. Не укради, не убей и так далее. Попытки искусственно превратить Россию там, в гиперправославную страну, я понимаю, понимаю, для чего они делаются, и, может быть, будь я большим политиком, может быть, я использую бы те же методы. Но есть другие, куда более эффективные способы, мы с этого сегодня начали, там, сплотить общество, дать ему какие-то новые ориентиры в 21 веке, когда ощутимо меняется мир, технологии его очень сильно изменили. Реально, наверное, сильнее, чем за предыдущие 5000 лет развития, там, 7000 лет развития человеческой цивилизации. Поэтому с точки, с этой точки зрения, мне кажется, мы сейчас движемся в противоположную от правильной сторону. Мы становимся, прикрываясь, не свойственно на самом деле большинству соотечественников там, псевдохристианскими ценностями, каким-то особым русским путем развития. Мы этим оправдываем зачастую, например, религиозный экстремизм и тоже нетерпимость к любым другим воззрениям и так далее. То есть, в общем, в определенной мере антихристианскому поведению. Вот. Знаете, я... Может быть, это законы человеческого развития. Мы ведь внутри ментально как-то не сильно поменялись с другой стороны. Нет, дайте я подумаю. Сложный вопрос.